Доброго дня! Сегодня мы с вами поговорим в очень интересном имени. Мы с вами поговорим об Еве. Имя Ева или более скона Ева. Почему вот Г в скобочках? Потому что вот со временем если писалось вот таким образом через букву Герь. Вот, а у нее произношение Х такое вот очень такое высокое. Х. И, соответственно, со временем, когда люди стали терять разумность, стали деградировать, то этот звук он как бы перестали слышать, да, то есть вот, соответственно, вот поскольку идет, когда человек деградирует, то, соответственно, это же не только касается разумности, но и органов очувствования, то есть и зрение уже не столько оттенков воспринимает, да, цвета тускнеют, он меньше видит, да, меньше там деталей и так далее, вот, даже и со звуками, и поэтому здесь осталась Ева. Вот такая история этого имени. И вот мы знаем с вами Адам и Еву. То есть Ева это первоматерь. Ев, вот это покорневая основа, означает материнское, такое женское жизненное начало. И Ева это первоматерь. Вот и здесь получается, о чем здесь речь? То есть вот Адам и Ева, да, поэтому кто-то вот там мол говорит, что все якобы произошли от Адама и Евы. Но это принцип. Адам это азы, да, новь дам, Адам. Вот и Ева, да, то есть та, которая продолжательница рода, первая мать, олицетворяющая собой материнское начало. Вот, и как появились Адам и Ева, то есть таких пар-то их было очень много на Земле, то есть это те пары, которые смогли воспринять разумность, и то, видите, то есть были, скажем, недостатки, поскольку Ева, видите, первый ребенок здравый, святой Авель, вот, а второй ребенок Каин, то есть там уже были сложности, скажем, с его рождением, потому что там при прохождении беременность была пройдена Ева неграмотно. То есть эта семья была пройдена неграмотно, и появился Каин. Вот. И поэтому, то есть до этого были, да, вот мы люди, мы носители разума, разумоносцы сейчас на планете. До этого была разумоносная, это динозаверная цивилизация, тайноксаверы, если грамотно, или динозавры, как мы с вами говорим. Вот. И когда произошло смещение разума в людей, а во времена динозавров люди, они такие были маленькие, как конфетки, их, в общем-то, даже особо и в пищу не употребляли динозавры, ну, как-то не представляли вообще интереса какого-то. Вот, особого. Вот, то есть не были полезными. Но потом вот динозавры не выполнили свою функцию разумоношения, и разум был смещен в людей. Вот, поэтому сейчас тоже такая угроза стоит о том, что будет разум смещен, да, в зависимости от ситуации, в кого будет смещен. Это могут быть дельфины, даже тараканы могут, или головоногие. Вот, поэтому, то есть это вот, ну, скажем, вероятность, она, наверное, сохраняется по сей день. Ну, во времена Гервица, когда он говорил, да, вот Шубин Абрамов, то, соответственно, эта вероятность была. И поэтому-то он и принес грамоту людям. Вот насколько люди смогут воспринять грамоту, то есть тогда, соответственно, это вот, ну, откладывается смещение разума. Вот, поэтому вот Ева, поэтому это принцип, да, вот мы говорим первая матерь, то есть это принцип, да, олицетворения женского жизни начала, материнского. А что такое материнское, да, то есть это рождение живой материи. И вот Ева, то есть это сотворение коллективного духа разума через Еденги для того, чтобы взойти на новую ступень. То есть я тею вновь небесной речью, ведающая дары окрест для справнославного дитя. Ну вот дары окрест, вот, и справнославное деть мы еще чуть позднее рассмотрим. Поэтому вот это буква Ять, это небесное солнце, речи, реченьки. То есть здесь обобщение всего лучшего и прорастание семенем, древом мыслям. То есть обратите внимание, вот мы видим через Веде два кола. И вот когда Веде восходят, то есть одно из вот это высшее кола космонавна справнославная, да, оно уже становится росточком, то есть оно прорастает, и вот здесь формирует еще такое четырехвитие, да, то есть видите четырехвитие, а здесь даже будет два веди, да, вот здесь вот этот дар окрестном виде, вот веди, да, как уже росточек, и вот веди, то есть по творцовое и по временное ведание.
Здесь вот это формирование дара окрестновидения. И идет посев. Вот оно, рождение чего-то нового. При том, что задействует дар окрестновидения. А вот эта система действует через веде, то есть через ведание, через потворцовое мо. Мо – это предтеча женского жизни начала. То есть вот у нас мо. Вот. При сигмации дают нам веде. Да, вот дальше соединение идет. А из мо, если вот мо у нас... то формируется знак женского жизни начала Хера. Вот такая, видите, связь здесь. Поэтому ведя, оно во временах еще выжигает нездравое. Поэтому задача и материнского начала и Евы это во временах сжигать нездравое, да, и тем самым сотворять коллективный дух разум для того, чтобы взойти на новую ступень. Если мы вот эту систему посмотрим, тоже очень интересная, то здесь уже жизнестроем. Жизнестрой, да, из прошлого вот, направлен в будущее, или высшая людская святость, да, здесь вот понятно, тонкие вот эти вот связи водородные, они присутствуют, да, то есть человек своим разумом, он руками как бы объемлет, он направлен в будущее, образумливает будущее, одухотворяет прошлое, и вот эта система действует через витацию, то есть через ведание грамотного поведения, то есть здесь вот связь идет прошлой творцовости, будущей творцовости, настоящей творцовости. То есть вот таким вот жизнестроем получается направленным в будущем осуществление взаимосвязи творцовости. Вот оно, женское, материнское жизненачало, когда она вот воплощает собой вот этот принцип связи творцовости, потому что женщина рожает, она воплотивает детей. Мы сейчас вот в этой букве ха подробнее об этом говорим. Для чего? Для того, чтобы свет, вот, который приходит, сошедший на дверь, и он сформировал вот этот дар окрестного видения, чтобы глаголью, да, вот защищающий крышу, уже сформировать, вот здесь зажечь солнце, которое осветит, вот, да, вот этот вот путь восхождения, такой вот светоносный, да, небесный путь уже покажет восхождение. Да, поэтому это не только, не всегда глаголь это вот небесный свет, сошедший на твердь, но это и, соответственно, восхождение к более тоже многомерному, туда будущему и зажигание вот здесь вот этой вот звезды Аи. То есть вот какое здесь важное значение имеет то, как мы живем, да, вот это жизнестроя воздвигновения. Жизнестроя воздвигновения – это реальность, это то, что мы с вами здесь делаем. И вот, вот эта интересная запись, вот он, дар окрестного видения, здесь вот он уже пророс, да, то есть вот он образовал здесь уже росточек, здесь образовал, тоже он прорастает, образовал ступеньку защиту, при том, что здесь уже и биогенизация происходит, потому что это небесная изга, то есть окружающей среды, и такой балкон воззрения, то есть мы можем посмотреть, а что там было сделано в прошлом, может быть, что-то нужно подправить, да, потому что здесь ведание и чувствование, то есть здесь выжигает нездраво. И, конечно, это дар окрестного видения, он сеющий, он созидающий, он созидает коллективный дух разум, он зернышки туда вкладывает в коллективный дух разум, то есть рождением чего-то нового, чего-то более лучшего. И вот здесь вот, вот эта буква Х, это молитвенная святая семейство со святыми дарами окрест, то есть здесь это дары окрест для справнославного дитя. Каким образом эта система здесь образуется? То есть у нас есть вот мышление. Дальше, когда в мышлении возвышение мужского жизни начала, а в мышлении вот это вот мужское, вот это вот женское. И вот мужское, оно, видите, возвышается и тут обретает вот этот вот дар окрестновидения. Вот он здесь вот формирует его. Да, и что у нас получается, мы здесь с вами видим. Да, и дальше дар окрестновидения формируется и вот здесь. Поэтому эта буква из АУА связана на самом деле из АМА. То есть у нее очень много, вот это гервечная ГА, а у нее очень много таких вот... Ну, предступени, да, то есть сложный путь нужно пройти для того, чтобы образовать эту букву. То есть надо понимать, буквы отображают принципы материи сотворения, то есть реальные принципы построения жизни.
или даже действия живых систем, так скажем. Вот как фотография человека. Мы же понимаем, что за фотографией это человек, да, он зафиксирован в какой-то момент времени. Да, он живет, он двигается, ходит на работу, может быть, учится. Да, он живет, рожает детей, создает семьи и так далее. То есть он активно является участником жизнестроительства. Вот и буквы. То есть не надо воспринимать, что это как галочки, закорючки и так далее. Да, или понимать, что за этими галочками отображены процессы жизни разумоносцев, разных, даже форм жизни, разных ступеней восхождения. И они нам показывают, а как же мы можем с вами строить эту жизнь. Да, вот как инструменты есть у плотника, также и нам буква отображает вот эти вот подходы к жизнесотворению. Поэтому буква Га, на самом деле, очень достаточно уже сложно, и сложно уже путь к ней восхождения. И вот здесь вот, да, почему еще вот эта буква Гельф, да, это святая молитвенность, семейственность, то есть это молитвенность этой буквы во имя отца, вот, отцовское жизненное начало, и сына, вот это Деть, потому что Деть уже здесь возвышенная, она уже, да, такая вот, уже над справнославной зоне, уже и космонавной, да, то есть уже такая вот, справнославная, да, небесная зона, то есть это уже Деть достаточно возвышенный, да, вот во имя Отца и Сына, Святаго Духа, вот этот святой дар окрестного видения, и мы говорим умень, вот с опорой на женское жизненное начало, потому что умень мы можем написать вот таким образом. Вот это у нас буква живите же, да, но если мы так, это будет ум, и вот оно, это Инь, вот оно множение, вот оно. Да, буква Есмь, вот она у нас здесь есть. Да, поэтому через эту систему действует женское жизненное начало. И вот поэтому здесь получается, что вот таким вот даром окрестного видения, да, он здесь вот уже является, становится и помогает нарабатывать вот эту семейственность со святыми дарами окрест. То есть вот этот дар окрестного видения, он тоже восходящий, да, со многими свойствами, он уже здесь обретает, вот, действует для семейственности, для того, чтобы вот это все лучшее вписать в деть. Да, то есть вот мужчина, он возвышенный, он там вот действует, да, в небесах, он нарабатывает антиэнтропию. И здесь вот, и, конечно, это всегда опора на женское жизненное начало, которое помогает то, что мужчина наработал, здесь воплощать на земле, да, то есть материализации, да, потому что должна быть опора на твердь. Нельзя, да, летать в небесах. Можно, конечно, но нельзя отрываться от земли, потому что человек, он должен единять с собой как раз небо и землю. Да, вот оно, ведание, бесконечное единачество небесного и земного. Или это как бы, мол, если бы он не единял, это как бы, мол, разрыв бы были бы, дыры такие. Поэтому человеку создана как бы структура единяющая. Тонко материально, грубо материально. Об этом нам говорит много букв. Вот. Поэтому вот такое это важное имя. Вот. Одно из основополагающих имен. Поэтому здесь это принцип. Тоже вот каждое имя, в общем-то, отображает собой какой-то принцип жизни, воздвигновения. И вот Евга – это первоматерь. Поэтому всем Евам большой-большой привет. Вот. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.